Батюшка, а что такое сердце? Святцы – это и есть как раз вот перечисление имен святых угодников Божьих. Посмотреть по святцам мои именины. Это вот так звучит. Ну, то есть тот самый месяц слов, в котором перечислены имена святых. Вот посмотрел, допустим, человек святцы и понял, что при крещении имени соответствует Писанию, да? Нужно ли перекрещиваться? Значит, понятия перекрещиваться такого даже нету самого... термина «перекреститься». В народе бытует. В народе много чего бытует. И поэтому, конечно, мы должны опираться на учение церкви, а не на народную молву. И человек, крестившийся с тем именем, которое ему было наречено во время крещения, он это имя носит в течение всей своей жизни. Другое дело, что много есть святых с одним и тем же именем. Там есть... Екатерины, там какие великомученицы Екатерины и преподобные Екатерины, другие Екатерины. Поэтому здесь можно подобрать того человека, который святого угодника Божия, который максимально близко к дню рождения вашему подходит. Его имя, собственно, вы и носите. Можно так определить это.